помнишь наш уговор? Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай, ты, милая моя, красивая, я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Прошу, не дайте помереть страшной смертью! Вы чё, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упыри! Семён, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Слушайся его, эти ребята вообще юмора не понимают.
мне? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости, пожалуйста. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самое помидор. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно. Если это они нам отработать дадут, знаю, ну, там типа дерьмо разгребало. Будем считать, что повезло. Все слабые места. Захват через этот поезд очень трудно пройти. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Поэтому я тогда, если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом приударил меня сегодня. Командир сейчас занят. Подойди позже. Там же новое поколение бронетехники отродятся. Самогончику наверное. Что случилось? День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Это кончайте с этой хренью. Поздравляю. Мама или папа? Нет, это каждого. Он сказал огонь. Вырастет будет солдатом в папу. Да. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас из бокового туннеля, я у них каждую ночь кошмары вижу. Себя вижу, как я командую своим отрядом. Они не слушают меня, у всех стволы опущены, все словно пьяные. Кровососы идут на нас прямо. Я кричу: «Стреляйте, сукины дети! Огонь! Огонь!» А меня никто не слышит. Просыпаюсь весь в поту. Сын плачет, жена плачет. Давай-ка мы с тобой выпьем. Давай. Давай, мне все же вблизи со свиньями валяться. Прикупи себе красивой одежды, почувствуй себе гламурно. Будь звездой. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а?
Пожалуйста. И еще что-нибудь. Может, горшок? Как-нибудь обязательно. В общем, от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван убирать. Тогда говорят, ничего особенного. Туннель как туннель. Сухой такой, тихий. Ни боковой туннель тебе не шаг. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все. Понимаете? Без слез. Я и так уже все знаю. Давай, спроси, как это подражало. Налетай, разбирай. Покупаю, продаю. Нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все. Глаз не отвести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет. В Кремль. Все ворота-то распахнуты настежь. А обратно оттуда. Ну и где твои патроны? Никогда не выходил. Я вот свои выложу. Сталкер, никогда такого калибра-то нет. Библиотеки поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Нет, я еще потом. Ну что так подорожало? Спасибо. Мне вообще ничего не надо. Бери, их совсем немного осталось. Издеваешься? Куда их тебе столько одинаковых? Отличное оружие. Не пожалеешь. На прошлой неделе же дешевле было.
тебя берет. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Бери, их совсем немного осталось. Патронов. Рекомендация лучших специалистов. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Ну и фиг с тобой. Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Тульская сталь. Шикарные ножи. Видел бы ты его в действии. В щи разносит. Лучшее лекарство от головной боли. Хороший рабочий инструмент. Средство от всех проблем. Отличный курс. Без предложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Ну и ладно. Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Никаких денег не платят. Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Как хочешь, брат, как хочешь. Ну что так подорожало-то? Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Нифига себе у вас цены. Там мне вообще мам, ничего не надо. Мам, купи мне крышку. Заткнись, Катька. Нет, не вижу. Слышали? На проспекте Мира Кольцевой запретили дурь. Если кого-то из щелоков ловят с дозой, все крылоскую. А Фильковца вышпыль вам с мукой. А если дверь закрывается, следующая станция. Извините, вот и они говорят. Противник не хотел. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный. Но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Солнечной системы. Я заметил. У нас аварийная ситуация. Потому что только как называется наша галактика. Млечный путь. Но зеленым человечкам это ни о чем не скажет. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Да хорош пугать. Словно не было никакого. Эх, никто меня не слышит. Нет никого. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ответьте. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Станция метро. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Слышит ли меня? Вот дерьмо. Это Москва. Да. Приятно с вами иметь дело. Если да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт, ненавижу это. Ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. Пошли, пацанчик. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон.
Добро пожаловать домой. А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастят, куда добычу сталкивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет ни схрона, ни спина. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик, пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарились. Пацан, начкуйся! Ты чё, катушек совсем не Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Да что ж мне так не прёт-то, а?
Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные, облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть экспозиция ордена. Не тормози. Главное, Артем, главное, не ешь желтый свет.
людей. Удачи. Напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Thank you.
Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Давай сюда, рожок. Дьявол! Опять она проиграла. Да я тебя сожрать, если первой не придешь. Ты мне должен быть два раза. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Дьявол! Опять она проиграла! Вот мой малыш.
Давай сюда рожок.
чувака, которого они сейчас поймали. Нет. А кто это? Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гомокот? Артём! Чё за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь
на Сухаревской влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться.